Всем доброго времени суток, друзья. Будем готовить сок из тыквы. Вот такая вот тыква. Сейчас мы ее взвешаем. Посмотрим, чего она весит. Вот, ничего так. Почти 5 килограмм. Пойдет. Ну, нам вообще целая тыква не нужна. Мы отрежем половину. Вот так вот отрезаем ее. Убираем половину. И чистим. Почистили тыкву. Ну, вот у нас 2715. Ну, минус где-то 350 сам подносик. Ну, где-то 2 с копейками килограмм. Сейчас будем ее мелко резать. Нарезаем вот такими пропорционными кубиками. И закидываем в кастрюлю. Вот такая кастрюля у нас на 6 литров. Вот так вот порезали. Нальем чуть-чуть воды. И ставим на огонь. Ну, получается, здесь у нас 2 литра воды налито, чтобы полностью покрывало тыкву. Добавим еще сюда 2 таких арбузика. Ну, короче, 2 грейпфрута. Этот. Ну, добавим стакан сахара. Ну, и обязательно лимонной кислоты. Ну, все это делается по вкусу. Кому слаще, кому не слаще. Ну, вот, чистим грейпфрут. Ну, как он вкусно пахнет. Вот это вообще вещь. Какой он мясистый. Ну, вот так мы начистили его, разломаем. Закипела тыква. Ну, она, в принципе, быстро варится. Добавляем туда грейпфрут. Кидаем стакан сахара. Добавляем ложку лимонной кислоты. Перемешаем. Ну, вот кипело еще 2 минуты. Сейчас чуть-чуть подостынет. И перемолим блендером. Вот такая у нас получилась смесь. Сейчас мы ее полностью перемолим блендером. И превратим в однородную массу. Ну вот смотрите, вот что у нас получилось. Вот такая вот смесь. Похожая на апельсиновый сок. Ну вот так здесь вот очень полезная тыква. Грейпфрукт, лимонная кислота, сахар. Ну вообще тыква она идет... В диете принимается, ну, вообще, как для построения, для соблюдения фигуры. Ну, нужная вещь. Сейчас мы будем разливать это по баночкам. Разлили по баночкам. Ну, правда, не весь. Вот одну закрутили. Сейчас закручиваем вторую. Ну, это заготовка на зиму. Ну, остальное будем пить. Ну что, проводим дегустацию. Вау, как классно. Вот что значит настоящий тыквенный сок с грейпфрутом. Правда, вот, рекомендую попробовать натуральный продукт. Приятного всем просмотра, всем мира и добра.